скоро ничего не останется. Ну, я об этом подумаю. А стилеты, получается, уже все? Да не переживай. Они как тараканы. Их не перетравишь. Но пока можно выдохнуть. Им надо прийти в себя, понять, что случилось. Ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Может, один номер? У Ноа все равно в каждом по две кровати. Хоть сэкономим. Я не это имела в виду. Знаю. Ну, я рада, что мы познакомились, поэтому... Расслабься, я тоже рада, что мы познакомились. Денек выдался не очень, но мы справились. Завтра тоже справимся. Отлично сказано. Все окей? Угу. Да. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Наконец-то начинаю немного отходить. Наверное, упаду в кровать и сразу усну. Тебе тоже лучше отдохнуть. Это только начало. Само собой. Доброй ночи. Угу. Помощь нужна? Нет, я уже заканчиваю. После стилетов за руль страшно садиться. Как они, блядь, ездили? Ну что, как спалось? Нормально. А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились? Ты кричала? Серьезно? Не парься, мне не привыкать. Мич и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Много месяцев. Чтобы тебя не тревожило, все пройдет. Угу. Будем надеяться. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Угу. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Погоди-ка, объясни еще раз. Ключ — это мы, да? Ага. Кусачки — это Ави. Там, где отвертка, оно должно зарыться в землю. Зажим — это микроволновая электростанция. Она поможет нам приземлить Ави. А почему ты хочешь сбить Ави именно там?
Потому что как только оно упадет, нам надо будет его отыскать и заняться твоим чуваком. Там типичная калифорнийская пустыня. Плоско, сухо и пусто. Они у нас будут как на ладони, но тупить некогда. Электростанция. Погоди, ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Как у тебя все просто. Может, они не полетят над этой станцией? И что тогда? Слушай, может, и не полетят. Но нам это никак не помешает, вот увидишь. Придется помотаться, но ты не пожалеешь, обещаю. У меня тут все схвачено. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? Они пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп? Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего ты это взяла? Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Замдиректора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике, в черном мешке. Труп. Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже могла ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон. И при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся, просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком, иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключилась. Стой, сначала диагностика. Черт, все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью.
Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Сканер, контроллеры — все устарело минимум на 2 поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуке. Если хочешь, конечно. Угу, я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место. Оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похожа на меня больше, чем тебе кажется. Сама увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Хера с два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Станция обслуживает целый город? Честно? Да хер его знает. Ничего, скоро мы это выясним. Антенны идут по всей магистрали. Если мы запустим цепную реакцию в коллекторе, то каждая из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха в паутину. Надо только ёбнуть импульсом в нужный момент. Пошли ёбнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов? Поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только... Да, знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на полете. Поняла. Отлично, поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами, импульсом. Ну так. Главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу 3R. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай 3 вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих 2 переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Да тебе надо придумывать принты для футболок. 3R — это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. Эти 3R ты изобрела? Не, куда мне. Узнала Вальдекальда от Мичи и Скорпиона. Их научили этому методу на войне, а они уже вынесли его в жизнь. Он мне уже пригождался. И сегодня тоже пригодится. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. Ты что думала, я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блин, а я уже почти поверила. С тобой не соскучишься. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готова. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали. Сбивай дроны, в
моя, что, по-твоему... Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви. Я подключу детонатор. Давай! Блин! Терпи. Дыши. А, черт, Панам! По-моему, мы переборщили! Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела на максимум? Вот тебе на максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Уёбывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собиралась разложить тут плед, позагорать. Уже крем для загара достала. Я серьёзно. В следующий раз мо... Джонни? Джонни? Твою мать. Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Ага. На. Всегда хотела нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы — это прямо то, что доктор прописал. Но ты прям читаешь мои мысли. Я заметила... Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. Ветер это только подчеркивает. Я уже и забыла, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А это не освежитель воздуха в твоей машине? Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно! Летит с Пасифики! Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Что? Ну, заебись. Да ебись оно. Попали! Все. По нам двигатели еще работают! Они сейчас уйдут! Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать! Минутку. Панам, ты что вытворяешь? Теперь догоним.
О, теряет высоту! Ну все, им пизда. Поехали! Нормально! Ха, после такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты зачок их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это Митя Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи сами заработают. Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без тебя. Это Кандау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны! Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера лысого! Мы должны... Раз это Скорпиона спичил. Не стреляй! Блять! Опять заело, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот, сука. Они у нас на хвосте, по нам! Знаю. Грёбаные защёлки не открываются. Еще чуть-чуть. Блять! По нам! Да ничего со мной не будет. Вот так нормально. Еще часик. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! По нам все нормально? Долбанный рикошет! Ты как, живая? А то живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, отлично. Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось. Ты слышала выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали! Подключишься к визору? Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю, я... знаю. Подключилась. Беру управление. О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан. Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно, мы пока ничего не знаем.
патруле 5 канов. Боевые дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Ви, это плохо кончится. Корпораты ебучие! Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Мич! Он жив! Их взяли в плен! Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Ага, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет, ты ждешь в машине. С такой раной только мешать будешь. Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья! Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией. Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Мысль хорошая. Давай. Они об этом пожалеют.
обнаружить тебя! Локализую подозреваемого! Все чисто. Еду к тебе. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие, или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие быстро! Ты совсем отбитый, что ли? Только выстрели в него, и в ту же секунду ляжешь рядом! Даже если отпущу... Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Все чисто. Еду к тебе. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие, или я стреляю! Повторяю, спокойно. Бросайте оружие, быстро! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. Мы вызвали подкрепление. Пизди! У тебя последний шанс уйти живым. Серьезно. Давай договоримся. С чего мне вам верить? По нам. Стреляй! Заткнись! Чувак, на тебя всем насрать. Ты тут ни при чем. Отпусти его и скажи мне, где ваш пассажир. Я не знаю, куда его забрали. Ни хрена! Врешь, сука! Ты не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь. Я позвоню своим и все узнаю. По Но нам. Только если... Помнишь, что Заткнись, история, сука! Такое? Блядь, по нам! Твою...
же мать! Фига себе! Ты как? А, ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти по нам. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Мич? Мич? Он же... Панам, прости меня. Я не успел. Нет. Нет. Ты уверен? Нет, он... Все будет хорошо, Панам. Не плачь. Дерьмовая история. Mm-hmm. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гоняли за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащила меня. Жаль, не смогла вытащить всех. Ну что уж теперь. Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае, мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да. Мы пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Я поеду за ними. Ты оставайся с Митчем, я справлюсь. Я с тобой поеду. Я же обещала, что помогу. Кроме того, эти твари убили Скорпиона. Я им этого не прощу. Не спорь с ней, Ви. Бесполезно. Езжайте, я соберу людей. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Отлично. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. Панам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей. Я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. И я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви? Ты хорошая. Ты помогла мне с Нэшем, потом с Митчем. Я у тебя в долгу. Так что найду я тебе этого Хельмана. Ага, значит, вот как? Просто отдаешь долг? Нет. Кочевники всегда помогают своим. О, так я теперь для вас своя. Это приятно. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Я не могу. Эти ребята были тут. Так, поехали за ними. Говорил, мне будет плохо в городе. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне осточертеет город, мы накупим консервов, набодяжим в термосы кофе с виски и поедем, куда глаза глядят. Он хотел уехать подальше от всего. Клёво. И я бы так хотела. Да, только он погиб. Почему так всегда?
Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай, всякое бывает. Но ты-то жива. И у тебя еще есть кое-какие дела. Как я могла забыть? Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой сюрприз. Осторожней. Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда. Тогда ускоримся. Они оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. Надеюсь, Мич связался с Альдекальдо, а то с этими помехами... За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь. Выбираюсь из одной ямы с дерьмом, чтобы упасть в другую еще. Панам. И ведь, блядь, других тяну за собой. Ебало. Короче, если я опять что-то просну, следы ведут на холм, к старой бензоколонке. Скорее всего, Хельмана увезли туда. Окей, я тебя прикрою. Дроны, патрули. Они засели тут. Ну да. Хельмана они, наверное, где-то держат взаперти. Блин, Ви, смотри. Распределители выглядят. Они могли вызвать сюда новое Ави. Ну, скоро увидим.
Вижу машины кочевников. Людей нет. Ага, узнаю. Наши, клановые. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Кто тебя послал? Эй, спокойно, нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Давайте все успокоимся. Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчило не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего личного. Ты вроде собиралась позвонить Такэмури, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. Не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе не приятель. Такэмура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо, я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывести его туда, где тихо. Ну да. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Угу. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спасла Митча. Она и Панам. Они обе мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать! Круто! Отворачивайся! Делай вид, что меня нет! Это у тебя всегда хорошо получалось! Погоди. Панам, правда, не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави не сбили бы, и Скорпион со своими парнями за ним не поехали бы. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, Панам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть.
Рада тебя видеть, конечно, но зачем вы нас догнали? Это все Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела, я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и с Панам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и драмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити? Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Где я? Что это за место? В жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал по заказу Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Юринобу Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кан Тао, можем поговорить. Ты меня не понял. Это не предложение. Тогда чего ты хочешь? У меня в голове конструкт Сильверхенда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет еще хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Долго рассказывать. Если меня найдет Арасака, я умру. И ты тоже. Так что спешить нам некуда. Тем более это становится все интереснее. Я украла его. У Юринобу Арасаки, по заказу одной телки, которая потом меня кинула. И ты решила, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Когда я получила пулю в голову, конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы! Это не так просто. Я сейчас не поняла. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой Риппер сказал... Что, показала биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Я чуть не сдохла. Или ты что думаешь, что я первым делом поехала сбивать Ави Кан Тао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип инграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не инграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными Они инграммами. Они выпускались поштучно и стоили дохера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки инграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки,
Проект был еще на этапе тестов. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Значит, если бы не Юринобу, никто бы о нем не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы инграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть. Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. Как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Воу, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представляла нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно! Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что? Что такое? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать! Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование, тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Ты замолчала. Погоди, ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть, инграмма рано или поздно победит? Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой в Арасаки. Так что происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор, но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметила, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в моей голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня ни к чему принудить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. Что это значит? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежней тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну ебануться. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Только Джонни, в отличие от тебя, не продался. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда? Хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что? Хватит с меня.
Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак. Ты пытаешься меня убедить, что ты бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю время нам обоим. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь, их надо спасти! Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты права. Забудь про Кантао. Придумай что-то поумнее. Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блять, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Мы почти закончили. Документы. Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. Ну? О, как жаль. С Хельманом можно считать. У меня язык, как наждачная бумага. Неужели Ви не дала тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. Я не такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. А, нет, не стоит. Блять, что за... Блять! Да сядь ты, господи!